Мистер Виктор Хеттерли. Да. Инженер-гидравлик. Да. Полковник Лизандер Старк. Благодарю вас за то, что вы так быстро откликнулись на мою просьбу. Вас рекомендовали как человека не только опытного, но и скромного, умеющего хранить тайну. Кто же дал мне такую лестную характеристику? Я пока предпочитаю умолчать об этом. Я хочу поручить вам одну работу, но при этом должна сохраняться полная тайна. Полная тайна, понятно? Если я дам слово хранить тайну, можете быть уверены, я его не нарушу. Вас устроит 50 гиней за одну ночь работы? Вполне. Я сказал за одну ночь, хотя правильнее было бы сказать за один час. Просто нам нужно ваше мнение по поводу гидравлического пресса, который вышел из строя. И если вы нам подскажете, в чем дело, то мы сумеем сами устранить неполадку. В стороне от железной дороги. От Айфорда до него 7 миль. На обратный поезд я уже не успею. Видимо, мне придется провести ночь у вас. Да. Вот именно за неудобство мы вам и платим. Никому неизвестному молодому человеку сумму, за которую могли бы получить совет самых крупных специалистов. Сумма большая. Однако мне хотелось бы более четко представить, что именно от меня требуется. Я полагаю, вам известно, что субнавальная глина – очень ценное сырье, и залежи встречаются в Англии в одном-двух местах. Я слышал об этом. Некоторое время назад я купил небольшой участок земли, на котором обнаружил пласт такой глины. Он составляет лишь небольшую перемычку, соединяющую два очень мощных пласта справа и слева, расположенных на участках соседей. Я с двумя приятелями решил разрабатывать собственный небольшой пласт с тем, чтобы заработать деньги, а впоследствии купить землю у соседей. Мы ревностно храним наш секрет. Если станет известно, что к нам приезжал инженер-гидравлик, то начнутся расспросы. И тогда прощай соседские поля, а вместе с ними и наши планы. Надеюсь, теперь все ясно. Единственное, что мне не совсем ясно, это зачем вам гидравлический пресс? Сукновальную глину, насколько я знаю, вычерпывают, как песок из карьера. Вы правы, но у нас свои методы работы. Для того, чтобы соседи ничего не заметили, мы прессуем глину в кирпичи. Neue. Du hast es mir versprochen. Das ist nun deine Sache. Будьте добры подождать несколько минут здесь. Я постараюсь не задерживать вас. Чужие. Я уйду, и вам здесь делать ничего. Не медлите уходить отсюда, пока не поздно. Выходите в эту дверь во имя неба, уходите, пока не поздно. Пора перейти к делу. Мистер Фергюсон, мой секретарь и управляющий. Сейчас мы вам покажем пресс. Он находится в доме. Разве залежи сукновальной глины здесь, в доме? Нет-нет, мы только прессуем ее здесь. Нам нужно, чтобы вы осмотрели машину и сказали, в чем неисправность. Прошу.
Фергюсон, возьмите лампу. Я нахожусь внутри гидравлического пресса. Потолок этой камеры – рабочая поверхность поршня, который с силой равной весу нескольких тонн давит на металлический пол. Дорогой Фергюсон, я думаю, мистер Хедерли знаком с механикой гидравлических прессов. Пресс в рабочем состоянии, но что-то заедает, и это мешает развивать ему полную мощность. В цилиндре имелась небольшая утечка. Вот эта резиновая прокладка потеряла эластичность. Из-за такой небольшой прокладки? Да. Но это послужило причиной падения мощности. А как это можно устранить? Ну, можно выслать новую из Лондона. Надо заменить прокладку. Что вы делаете? Любуюсь вашей сукновальной глиной. Я думаю, я мог бы дать вам лучший совет, если бы знал истинное назначение этого пресса. Ну что ж, сейчас вы узнаете истинное назначение. Эй, полковник! Выпустите меня! Я клянусь вам, что никому не скажу ни слова. Полковник! Я ничего не видел! Я умоляю вас! Полковник! Вы меня не поняли! Полковник! Выпустите меня! Полковник, выпустите! Ah!
идемте. Они сейчас будут здесь. Они увидят, что вас там нет. О, драгоценное время, идемте. Быстрее, быстрее. Сюда, скорее, скорее. Вот окно. Оно высоко. Но это ваша последняя возможность. Вы можете спрыгнуть. Эльза! 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 Fritz! Fritz! Erinnere dich an das Versprechen vom letzten Mal! Du hast gesagt, dass sich das nicht wiederholen wird! Bist du verrückt geworden, Elsa? Nein! Du bringst uns um! Er wird schweigen! Er hat zu viel gesehen! Nein! Lass mich! Ja, nein! Lass mich! Nein! Доброе утро, миссис Ватсон. Доброе утро. Привел к доктору пострадавшего пассажира. Доброе утро. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Всего доброго. Всего Пойдем. Доброго. До свидания. Спасибо вам. До свидания. Джон! 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 Джон, к тебе пациент! Thank you.
Мы не виделись после вашего возвращения из путешествия по Америке. Совершенно верно. Ватсон. Черт возьми, Холмс. Я никак не могу привыкнуть к вашей американской бородке. А я, друг мой, не могу привыкнуть, что телеграмма о вашем приезде приходит за полчаса до вашего появления. Никак не успеваешь подготовиться к встрече дорогого гостя. И потом не могу понять, кого винить. Медлительность почты или скорость вашей адской машины. Проходите. Расслабьтесь, друг мой, после дороги, особенно если перед дорогой вы посещали турецкие бани. Да, у меня разыгрался ревматизм. А турецкие бани как раз то, что мы, медики... Элементарно, Ватсон. Вы обычно завязываете ботинки простым узлом. А сегодня у вас какой-то двойной сложный узел, совсем не похожий на ваш. Прошу. Вот я и подумал. Вы снимали ботинки, и кто-то вам их завязывал. Супруга ваша исключается, соборник тоже ботинки новые. Остается служитель в банях. Да, Холмс, я хотел вам рассказать историю, которую мне поведал один мой пациент. Придется мне, Ватсон, ненадолго вас оставить. Приехал мой сосед, мистер фон Борг. Он обычно покупает у меня мед. Сколько же вам медку захотелось? 2 килограмма. Радиатор, который вы достали мне в прошлый раз, прекрасно подошел. Так, так. Теперь мне нужен насос для масла и фильтр. Для этого придется тащиться в Лондон. Я уже вызвал оттуда своего старого дружка на Таратайке. Он тоже механик? Ну, еще бы. У него своя машина? Я же сказал, Таратайка на 2 колесах. Вот ваш метр. Сколько? Пустяки, мистер. Ну, все же. 3 шиллинга и не пенса больше. Минутку. Кажется, у меня только бумажные. Впрочем, вот 2 монеты. Достаточно. Нет, постойте. Вот и 3-я. Возвращайте. А почему вы меня представили механиком? Если представить вас как доктора Ватсона, конца не будет расспросов. Ведь популярность ваших рассказов растет, дорогой друг. Тогда и мне придется представиться настоящим именем. А я предпочитаю, чтобы меня здесь принимали за одинокого пчеловода-любителя. А при чем здесь насос и фильтры? Ну, это просто обязанности хорошего соседа. Кстати, Ватсон, вы не видели никогда фальшивого шиллинга? Он у фон Борка был последним. А почему же вы его не вернули? Ну, зачем расстраивать хорошего человека? Хм, какая красивая и изящная вещь. Ничем не отличается от изделий монетного двора Его Величества Георга V. Да, кроме одного, фальшивка. Эх, как жаль, Холмс, что вы забросили на произвол судьбы лондонский преступный мир, полностью перепоручив его Скотланд-Ярду. Кстати, вы знаете, Лестрейд ушел на пенсию. Да, я слышал. Так вот, история, которую мне поведал мой пациент, молодой симпатичный инженер-гидравлик, который лишился большого пальца правой руки.
любезный. Да, сэр. Когда сгорел этот прекрасный дом? 4 дня назад, сэр. Вот дом, в котором вы были, мистер Хэдли. Этот дом? Нет, дом того немца находился в 7 милях от станции. Когда мы садились в машину, она была очень чистая. А когда приехали, она была уже довольно грязная, я это точно заметил. В том-то и дело, что машина сначала была чистая. Грязной она стала после того, как вас полчаса возили по ухабам вокруг этого дома. А что же вы не сказали, что он сгорел, мистер Хэдерли? Я не знал, что этот дом сгорел. Да, занятно. Огонь от вашей керосиновой лампы, попавший под пресс, конечно, перекинулся на стены. А они, увлекшись погоней, ничего этого и не заметили. Вот он. Круп. Дрезден. Вне всякого сомнения, этот пресс был использован для чеканки чего-то такого, что было покрыто амальгамой, которая, как вы говорите, была похожа на серебро. Что же это могло быть такое? Здесь стояла какая-то телега. Грузили ящики. Тяжелые. Фунтов по 250. Работало 3 человека. Лошадь, тяжеловоз, бельгийский першерон. Старый знакомый. Изумительно сделанный фальшивый шиллинг. Мы не понимаем, что ты там говоришь, Майкл. Выдержу 42 минуты. Вполне достаточно, чтобы переждать газовую атаку. Ваше участие в этом деле и его блестящее завершение, джентльмен, было весьма своевременно. А в чем ты, собственно, видишь наше блестящее завершение? Найдено недостающее звено в цепи доказательств, что производством фальшивых денег на территории Великобритании занимается Германская империя. В британском казначействе скопилось уже достаточное количество таких же вот экспонатов. Теперь мы можем без колебаний отдать приказ о производстве на территории Германии фальшивых денег. С тем, чтобы сбалансировать перекос в нашей национальной экономике перекосом в экономике Германии. Но, может быть, инженер Хедерли ошибся, приняв фальшивомонетчика за немца. Вот именно. Холмс слушает. По данным адмирала Каунти, население Сиама этой весной составляло 3 миллиона 220 тысяч 76 человек. При стабильном приросте населения в 3,216% я грубо прикинул в уме, и у меня вышло, что к сегодняшнему дню прирост населения должен быть 42 250 или 260 младенцев. Бернард, это не страшно. 254. Здравствуй, Шерлок. Здравствуй, мой мальчик. Мы еще ничего не знаем, а ты уже делаешь внешнеполитические выводы. Я сейчас приглашу сюда нашего премьер-министра, лорда Беллинджера. И ты вместе со своим другом... Здравствуйте, Ватсон. Ознакомишься под большим секретом с письмом, которое мы получили вчера. Минутку. Ага.
Вот он уже отвечает. Письмо пропало. Тебе еще рано уходить на покой. За этим стоит судьба страны. Ты должен, теперь именно должен встретиться с премьер-министром. Но обязательно частным образом. Полицию к этому делу примешивать нельзя ни в коем случае. Где ты его можешь принять? Бейкер-стрит, 221-B. И еще, Шерлок, хочу тебе дать братский совет. Поскольку ты будешь иметь дело не с уголовным миром, а с политиками, не верь никому, ни единому слову. Самый незаменимый человек в Великобритании. И если верно, что он состоит на службе у британского правительства, то также верно и то, что подчас он и есть само британское правительство. А как же король? Ни король, ни его покойная бабушка, королева Виктория, ни шагу не делали без советов Майкрофта Холмса. Добрый день, джентльмены. Что вам угодно? Добрый день. Добрый день. Разрешите нам войти. Прошу вас, джентльмены. Мы когда-то проживали в этом доме, а сегодня нам назначено здесь свидание. Скажите, нельзя ли воспользоваться для встречи хотя бы вот этой гостиной? Согласно желанию бывшей хозяйки этого дома, джентльмены, это единственная гостиная, которая не перешла в собственность нашей компании. Миссис Хадсон выразила намерение создать здесь музей в память об одном историческом лице доброй старой Англии, о котором мы с вами, джентльмены, уже мало что знаем. Ну вот разве что имя его. Холмс. Да-да, мистер Шерлок Холмс. Письма на это имя с различного рода просьбами, мольбами о помощи регулярно получает наша широко известная строительная компания. Надо полагать, что мистер Холмс был весьма влиятельным деловым человеком, который... Извините, любезный... Смит. Так вот, мистер Смит, мы с другом на некоторое время здесь останемся в качестве экспонатов будущего музея. Кстати, познакомьтесь, мой друг доктор Ватсон. Очень приятно. И принесите, пожалуйста, всю почту, которая приходила за это время, на мое имя. Слушаюсь, сэр. Когда вы погибли в Швейцарии, и мы с миссис Хадсон оплакивали вас. Эта милейшая женщина уже тогда была намерена устроить здесь ваш музей. Почему же только мой? Самоустраняйтесь, друг мой, не выйдет. Вы такой же пропахший нафталином экспонат, как и я. К вам премьер-министр Великобритании, лорд Томас Беллинджер и министр по европейским делам, сэр Трелони Хоуп. Прикажете впустить? Простите. Слушаюсь.
Мистер Холмс? Коллега, доктор Ватсон. Документ, о котором идет речь, настолько важен, что его оглашение легко может привести к международному конфликту. И если поиски, которые будут вестись, не могут вестись в совершенной тайне, то пусть лучше они не ведутся совсем, ибо документ похищен, чтобы придать его широкой огласке. При каких обстоятельствах исчез этот документ? Это письмо. Получено 6 дней назад. Я не решался хранить его у себя в министерском сейфе и каждый вечер уносил его к себе домой на Whitehall Terrace, где хранил в специальной шкатулке для официальных бумаг, запертой на ключ. Я уверен, что вчера оно еще было там, а сегодня утром оно исчезло. Мистер Холмс. Да. Шкатулка стояла у зеркала на моем туалетном столике всю ночь. Сплю я чутко, жена моя тоже. И мы готовы поклясться, что в комнату ночью никто не входил. А в котором часу вы обедаете? В 7:30, мистер Холмс. А когда вы легли спать? В 11:30. Жена моя была в театре, я ждал ее, и мы вошли в спальню ровно в 11:30. Но ваша жена, конечно, знала об этом письме. Нет, сэр. Я ничего не говорил своей жене до сегодняшнего утра, пока не обнаружил пропажи. Я всегда знал, как велико у вас чувство долга, сэр. Не сомневаюсь, что в столь важном и секретном деле оно оказалось бы сильнее даже самых тесных семейных уз. А теперь, сэр, я должен получить более точное представление, что это за документ и почему его исчезновение повлечет за собой столь серьезные последствия. Мистер Холмс, письмо было в длинном, узком, голубом конверте. На красной печати сургучной был изображен приготовившийся к нападению лев. Адрес был написан крупным твердым почерком. Эти подробности, конечно, очень интересны и существенны. Но мне нужно знать содержание письма. О чем в нем говорилось? Это государственная тайна. Если с помощью ваших необычайных, как говорят, способностей, вам удастся обнаружить, согласно моему описанию, конверт вместе с его содержимым, вы заслужите благодарность своей страны и получите любое вознаграждение, какое только будет в наших возможностях. Я очень сожалею, джентльмены, что не смогу вам помочь. И считаю дальнейшее продолжение нашего разговора бесполезной тратой времени. Я не привык, сэр! Я согласен с вами, сэр. Хорошо! Я расскажу вам все. Я целиком полагаюсь на вашу скромность и на скромность вашего коллеги, доктора Ватсона. Я взываю к вашему патриотизму, Джан. Вы можете вполне довериться нам. Так вот, это письмо одного иностранного монарха. Он обеспокоен недавним расширением наших колоний. Письмо было написано в минуту раздражения. Наведение справа показало, что его министры ничего не знают об этом письме. К тому же тон письма чрезвычайно резкий, и опубликование его
несомненно, взволновало бы общественное мнение Англии. И даже более, могу сказать, не колеблясь. Через неделю после опубликования этого письма наша страна будет вовлечена в большую войну. Да, это он. Совершенно верно. И именно это письмо, которое, возможно, повлечет за собой миллионные расходы. Гибель сотен тысяч людей исчезла. Самым загадочным образом. Весьма возможно, что в настоящий момент она несется по назначению с такой скоростью, какую только способен развить пароход. Теперь, мистер Холмс, что вы посоветуете предпринять? Обратимся к фактам. Скорее всего, письмо пропало между половиной восьмого и половиной двенадцатого, когда шкатулка оставалась без присмотра. Следовательно, если письмо пропало вчера вечером, где оно может находиться сейчас? Вероятно, для нас оно уже недосягаемо. Вы полагаете, сэр, что война неизбежна, если документ не будет возвращен? Думаю, она вполне возможна. Тогда готовьтесь к войне. Это жестокие слова. Если в течение дня произойдут новые события, мы сообщим вам об этом, мистер Холмс. И вы, разумеется, информируйте нас о результатах ваших собственных расследований. Спасибо, Смит. Положите куда-нибудь. Такую смелую игру с письмом способны только три резидента. Оберштейн, Ларотьер, Эдуардо Лукаш. Нам придется встретиться со всеми тремя. Эдуардо Лукаш с Годдельфин-стрит? Угу. Вы с ним не сможете встретиться. Почему? Убийство в Вестминстере. Мистер Эдуард Лукаш, хорошо известный в обществе как обаятельный человек, был холост, несмотря на свои 44 года. Он был убит ударом ножа прямо в сердце. Нож, которым было совершено убийство, оказался кривым индийским кинжалом, взятым из коллекции восточного оружия, украшавшего одну из стен комнаты. Удивительное совпадение. Нет, дорогой друг, это не совпадение. История с письмом и убийством произошли одно за другим и имеет прямую связь, которую нам с вами и предстоит обнаружить. Но теперь полиция все узнает. Полиция знает то, что видит на Годдельфин-стрит. А то, что произошло на Уайтхолл-террас, знаем только мы двое. И потом есть одно немаловажное обстоятельство, которое сразу обратило на себя мое внимание. Дело в том, что Годдельфин-стрит, на которой убит Эдуард Лукаш, находится всего в нескольких минутах ходьбы от Уайтхолл-террас. А Ларотьер и Эберштейн, о которых я вам говорил,
живут на другом конце Лондона. Это незначительная деталь, но может оказаться решающей. Мистер Холмс, к вам очень красивая и очень знатная дама. Кто же это? Леди Хильда Трелони Хоуп. Добрый день, джентльмены. Добрый день, миледи. Добрый день. Мистер Холмс, у вас был мой муж, мистер Хоуп. Да-да. Прошу вас. Благодарю вас. Я умоляю вас не говорить моему мужу о том, что я приходила сюда. Ваша светлость ставит нас в весьма щекотливое положение. К сожалению, я вам ничего не могу обещать заранее. Мистер Холмс, я буду с вами совершенно откровенна. Между моим мужем и мной нет никаких тайн, кроме политики. Однако я узнала, что вчера вечером у нас в доме случилось нечто весьма неприятное. Пропал какой-то документ. Но так как это касается политики, то мой муж отказывается объяснить мне, в чем дело. А ведь это очень важно. Поймите, мистер Холмс, это очень важно, чтобы я знала все. Кроме членов правительства, вы единственный человек, который знает правду. Умоляю вас, объясните мне, что произошло и каковы могут быть последствия. Миледи, вы требуете от нас невозможного. Вы должны нас понять, миледи. Если ваш муж находит, что вам лучше оставаться в неведении относительно данного дела, как можем мы, с которых взяли слово хранить эту тайну, открыть вам то, что он хотел бы скрыть? Вы не должны спрашивать нас об этом. Вы должны спросить вашего мужа. Я спрашивала его. Я пришла к вам, пользуясь последней возможностью. Но если даже вы не можете дать мне откровенный ответ, то вы очень обяжете меня, ответив мне на один вопрос. Какой, миледи? Может ли этот случай повредить политической карьере моего мужа? Видите ли, миледи, если это дело не будет улажено, оно может, конечно, иметь весьма прискорбные последствия. А каковы могут быть эти последствия? Миледи, вы снова задаете вопрос, на который мы не в силах ответить. Если так, я не стану отнимать у вас время. Я не упрекаю вас, мистер Холмс, за то, что вы отказались быть со мной откровенным. Я также надеюсь, что вы, доктор Ватсон, не подумаете обо мне дурно, потому что я искренне стараюсь разделить заботы своего мужа даже против его воли. Да, еще раз прошу вас, пожалуйста, не говорите ему о моем посещении. Ну, Ватсон, прекрасный пол — это уже по вашей части. Интересно, что вы думаете о визите этой дамы? Какую игру она ведет? Но ведь она все очень ясно объяснила. Да. Беспокойство ее было так естественно, а горе очевидно. Но вы не забывайте, что она принадлежит той касте, которая прекрасно умеет скрывать свои чувства. Она была очень взволнована. Да, она настойчиво пыталась убедить нас, что действует в интересах своего мужа и поэтому должна все знать. Непонятно, что все это должно было значить. Кстати, вы заметили, Ватсон, она сразу же села против света, очевидно, чтобы мы не могли разглядеть ее лицо. Она села, не выбирая места.
Да. Женщин трудно понять. Помните ту в Маргате? Ну, которую я заподозрил в страшном коварстве за излишнее волнение. А потом оказалось, что у нее просто не был напудрен нос. Да. Нет, это просто невозможно строить какие-нибудь предположения на таком неверном материале. Рад вас видеть в добром здравии после стольких лет. Приветствую вас. Рад, здрасте. Скажите, Лестрейд, вы же теперь почетный пенсионер Скотланд-Ярда. Как случилось, что вы занялись этим делом? Да я инструктирую молодого коллегу. Вот, знакомьтесь, инспектор Питкин. А вы-то как оказались здесь, а? Я знавал хозяина этого дома, и мы с доктором Ватсоном решили взглянуть на печальное место происшествия. А, взгляните, взгляните. Мистер Питкин, по форме доложите, что у нас есть. По форме. Убитый Эдуард Лукаш был выдающимся лингвистом и вел огромную переписку. Кроме того, он регулярно собирал разного рода сплетни и слухи, что зафиксировано в его бумагах, которые оказались нетронутыми. Его отношения с женщинами, по-видимому, носили беспорядочный характер, что следует из другой его картотеки, которая также была не тронута после убийства. В комнате находилось много ценных вещей, но ничего не было взято. Вот фотографический портрет Эдуарда Лукаша, который мы увеличили в Скотланд-Ярде методом светотипии. С тем, чтобы... Переходите к мадам, покажите ее фото. Пожалуйста, перехожу к мадам. Мадам Анри Фурне. Мадам проживает в Париже, на улице Аустерлиц. Французская полиция в специальной каблограмме сообщила нам, что она только что вернулась из поездки в Лондон, а в данный момент находится в психиатрической клинике по причине острого расстройства рассудка. Слечение фотографий по методу Маккормика Ллойда дало возможность установить с вероятностью 98%, что муж мадам Анри Фурне и мистер Лукаш одно лицо, что покойный жил двойной, а точнее тройной жизнью в Лондоне, Берлине и Париже. Вот. Что он убит своей женой на почве ревности, но она не может быть привлечена к уголовной ответственности по статье 12746 Кодекса Британской империи по причине невменяемости. Все? Все. Дело, как говорится, в шляпе. Холмс, ну, какие мы кадры вырастили в нашей конторе. Ну, прошу. Итак, картина убийства в результате нашего расследования нам представляется как живая. Вот. Она его выследила. Потом подошла тихонько к двери. Ага. Он впустил ее. Не мог же он держать ее на улице. Сцена ревности была так ужасна. Борьба была такой, что все кругом было... Вот. Стулья были разбросаны. И один стул он даже держал в руках. Вот. Как бы защищаясь им, как бы защищаясь. И она, наконец... ударила кинжалом, и Лукаш падает замертво на ковер. Несчастный, как видно, потерял много крови. Взгляните, Ватсон. Странно. На ковре есть пятно крови. С обратной стороны ковра тоже есть.
А на паркете его нет? Как это понимать, Ватсон? А как это понимать, инспектор? Как это понять, Питкин? А? Мы тут ничего не трогали. После того, как преступление было обнаружено, мы, согласно инструкции 237 последственного отдела Скотланд-Ярда, тщательно следим за тем, чтобы все вещи оставались на своих местах. День и ночь. В квартире дежурит констебль. Я полностью исключаю элемент мистики в данном конкретном случае. И думаю, что пятно найдется. Найдется? Как? Я оказался прав. Если ковер положить так, пятна приходятся друг над другом. Кто поднимал ковер? И зачем? А? Скажите, пожалуйста, инспектор, а полицейский, который сейчас за дверью, находился здесь неотлучно? Да. Да. Тогда, Лестрейд, вот вам мой совет. Немедленно допросите полицейского. Сделайте это наедине, он скорее сознается. Спросите его, почему он посмел впустить сюда постороннего человека. Считайте, что это доказано. Скажите ему, что вы все знаете. И если он будет выкручиваться, припугните его как следует. Я выжму из него все! Питкин, за мной! Ватсон, прикройте дверь, скорее! Идут пусто. Наконец он создался. А? Макферсон, расскажите о вашем непростительном поведении этим джентльменам, а? Сэр, у меня ничего такого и в мыслях не было. Вчера вечером сюда вошла женщина. Сказала, что ошиблась номером дома. Мы поговорили. Скучно ведь стоять одному здесь целый день. Она попросила показать место, где произошло убийство. Сказала, что прочла об этом в газете. Очень приятная молодая женщина. Я подумал, что не будет ничего дурного, если я ей покажу. И когда она посмотрела на пол и увидела пятно, она упала и лежала как мертвая. Я пошел на кухню за водой, а потом, когда я вернулся, ее уже не было. Она очнулась и ушла, сэр. Это вам урок, констебль Макферсон, чтобы вы не обманывали нас. О! Что вам угодно, джентльмен? Нам угодно видеть леди Хильду Трелани Хоу. Честно, неблагородно. Я уже говорила вам, что хотела бы сохранить мой визит к вам в тайне. Или, может быть, вы, доктор Ватсон, намерены изучить жизнь высшего света, чтобы потом описать ее в своих сочинениях? Извините, миледи, но... К сожалению, миледи, у нас не было другого выбора. Мне поручили найти этот чрезвычайной важности государственный документ, и поэтому прошу вас, отдайте письмо мне. Вы оскорбляете меня, мистер Холмс. Послушайте, миледи, это бесполезно. Верните письмо. Вас проводит дворецкий. Миледи,
Если вы позовете Дворецкого, это только ухудшит ваше положение. Верните письмо, и все уладится. Доверьтесь нам, и мы сумеем вам помочь. В противном случае я вынужден буду выдать вас. К сожалению, миледи. Вы пытаетесь запугать меня. Это очень неблагородно с вашей стороны, джентльмены, явиться сюда для того, чтобы угрожать женщине. Я знаю, прошу, что вы были у Эдуарда Лукаша и передали ему письмо. Я знаю, что вчера вечером хитростью вы проникли в его кабинет и вынули письмо из тайника под ковром. Вам станет лучше. Вы сошли с ума, мистер Холмс. Прошу вас, сядьте, миледи. Он ничего не будет говорить, пока вы не сядете. Это я вам говорю как врач. Благодарю вас. Полицейский вас опознал. Я продолжаю утверждать, что вы находитесь во власти какой-то нелепой фантазии. Мистер Трелани Хоуп дома? Он будет дома, сэр, через 15 минут. Хорошо. Мы подождем. Прошу вас, встаньте, только и не говорите, пожалуйста, ничего. Отдайте письмо. Оно у меня там. Вот письмо. Лучше бы я никогда его не видела. Да. Как же его теперь вернуть? Элементарно, Холмс. Нужно положить его обратно, в шкатулку. Просто и гениально. Браво, Ватсон. Где шкатулка? В спальне. Будьте любезны, принесите ее сюда. Надеюсь, Ватсон, вы никогда ничего не будете писать об этом деле, в котором мы не проявили должной сообразительности. Я, конечно, не проявил, но вы? Нет. Обстоятельства все время опережали нас. Мы с вами катились, как два бильярдных шара в лузу. А чем вы открывали ее раньше? Ключом. Я брала ключ у мужа. Только он об этом не знал. Скверно. У вас есть шпилька? Да. Дайте, пожалуйста. Прошу. Вот так иногда при помощи женской шпильки можно проникнуть в государственную тайну. Прошу. Так что мой друг доктор Ватсон не будет писать о вас ни повести, ни рассказов.
Ну, разве что стихи. Я никогда не писал стихов, даже когда ухаживал за миссис Ватсон. А, ну вот это напрасно, друг мой. Я чрезвычайно признательна вам, мистер Холмс. Сколько вам должно? Леди Хильда, выгораживая вас, я беру на себя слишком много. И поэтому в благодарность вы должны рассказать мне, зачем вы все это сделали. Эдуардо Лукаш давно преследовал меня, мистер Холмс. Еще с тех времен, когда мой муж служил посланником в Берлине. Я имела неосторожность часто принимать его у себя. Муж, кстати, тоже хорошо его знал. Последнее одолжение, которое я сделала ему в Германии, это было приобретение там, на мое имя, какого-то гидравлического пресса, который потом был почему-то тайно переправлен к нам на остров. И вот недавно Лукаш появился в Лондоне, назначил мне свидание, сказал, что выдаст меня за немецкую шпионку, опозорит, опубликует письма, которыми мы обменивались. Если я не принесу ему какой-то документ, который, по его словам, хранится у моего мужа в шкатулке для депеш. Лукаш уверял меня, что это ничуть не повредит моему мужу, наоборот, разрядит напряженность в его служебных делах. Поставьте себя на мое место, мистер Холмс. Доктор Ватсон, что я должна была делать? Рассказать обо всем мужу? Нет, я не могла. Я совершила кражу, мистер Холмс. Я воспользовалась ключом мужа, открыла шкатулку, взяла документы и отнесла его на Годольфин-стрит. И что же произошло там, миледи? Я пришла к нему в дом, оставив за собой дверь полуоткрытой, потому что я боялась остаться наедине с этим человеком. И я помню, что когда я входила в дом, на улице стояла какая-то женщина. Я отдала ему документ, он вручил мне квитанцию на приобретение пресса и наши письма. В это мгновение на лестнице послышался шум, в коридоре раздались шаги, и Лукаш быстро откинул ковер, сунул документ в какой-то тайник и снова положил ковер на место. То, что произошло потом, было похоже на какой-то кошмар. Я видела безумное лицо женщины, которая кричала по-немецки. Я ждала не напрасно, наконец-то я застала тебя с ней. Я видела, как он схватил стул, а в ее руке блеснул кинжал. И я выскочила из этого дома и только на следующее утро из газет узнала о страшном убийстве. Я следила за домом Лукаша, но дверь ни разу не оставалась открытой. Наконец я сделала последнюю попытку, вы уже знаете, как мне удалось достать письмо. Я принесла его домой и пыталась уничтожить. Боже мой, я слышу шаги мужа на лестнице. Миледи. Мистер Холмс. Есть новости, мистер Холмс? Есть? Во всяком случае, у меня появилась некоторая надежда. Слава богу. Премьер-министр обедает у нас. Могу я его порадовать? А, у него стальные нервы, доктор, но я знаю, что он почти не спит с тех пор, как случилось это страшное происшествие. Прошу. Джекобс. Будьте добры, пригласите премьер-министра к нам наверх. Мистер Холмс, доктор Ватсон, леди Хильда Трелани Хоуп. Я думаю, вам будут неинтересны наши разговоры о политике. Через несколько минут мы присоединимся к вам в столовой.
Мистер Холмс. Премьер-министр Великобритании, сэр Томас Беллинджер. Самые тщательные справки, где только возможно, и убедился, что причин для волнений нет никаких. Но этого недостаточно, мистер Холмс. Мы не можем жить на вулкане. Благодарю вас. Нам нужно знать определенно. Садитесь, джентльмен. Чем больше я думаю об этом деле, тем больше убеждаюсь, что письмо вообще не покидало пределы этого дома. Мистер Холмс. Но в противном случае его бы давным-давно опубликовали. Но какой же смысл взять его, чтобы потом спрятать в этом же доме? А мы не уверены, что его вообще взяли. Но как же тогда оно исчезло из шкатулки? А мы не уверены, что оно вообще исчезало из шкатулки. Сейчас не время шутить, доктор. Я уверен, что его там нет. А это легко проверить, Хоуп. Прикажите принести шкатулку сюда. Джекобс! Я прошу вас, принесите сюда мою шкатулку для официальных бумаг. Это бесполезная трата времени, но если это устроит вас, вас и вас, можно проверить. А вы с тех пор не заглядывали в шкатулку? Нет, это совершенно бесцельно. Могли письма не заметить. Кто знает, ведь там, наверное, еще были документы. Оно могло затеряться среди них. Письмо лежало сверху. Кто-нибудь тряхнул шкатулку, оно и переместилось. Нет! Нет! Я вынимал все! Спасибо, Джекобс. Поставьте шкатулку сюда. Вы свободны. Вот шкатулка, джентльмены. А вот ключ. Я всегда его ношу на цепочке от часов. Вот бумаги. Всем видно? Вам, вам, вам. Письмо лорда Мэру. Доклад сэра Чарльза Харди. Меморандум из Белграда. Сведения о русско-германских хлебных налогах. Письмо из Мадрида. Донесение от лорда Флауэрса. Что это, боже мой? Лорд Беллинджер. Беллинджер. Этот конверт. Лев. Письмо на месте. Поздравляю вас, Хоуп. Благодарю вас. Благодарю вас, сэр. Ох, какая тяжесть.
упала с моих плеч. Я всегда верил вам, Хоуп. Ну, ну, ну. А где жена? Я должен обрадовать ее. Ступайте. Хильда! Хильда! Мистер Холмс! Вы уверены, что письмо никогда не исчезало из шкатулки? Я уверен, что дело окончено. И никогда бы не решился, господин премьер-министр, занимать ваше драгоценное время рассказом о своих профессиональных тайнах. Да. Не только у вас, у государственных мужей, но и у нас, скромных частных сыщиков, есть профессиональные тайны. Благодарю вас. Здесь побывала рота королевских саперов, которая провела вам в эту гостиную полевой телефон. Вот он, мистер Холмс. Почтовой корреспонденции за истекший период времени не поступало. Приходил молодой человек с забинтованной рукой. Вот его визитная карточка. Инженер-гидравлик Виктор Хедерли. Он принес вам вот эту газету. Просил показать вам вот эти фотографии в разделе полицейской хроники мистер Лукаш и мадам Фурне. И просил передать вам следующие слова. Это они. Все, мистер Холмс, какие будут указания? Яичницу с грудинкой. Мне и доктору Ватсону. Слушаюсь. А, Смит? Да. Научите меня пользоваться этой штукой. Я научу вас, Холмс. Ступайте, Смит. Очень есть хочется. Слушаюсь. Держите. Центральная. Центральная. Квартиру Майкрофта Холмса. Квартиру Майкрофта Холмса. А там говорят, что он во дворце. Соедините с дворцом. Майкрофт! Майкрофт! Да, день прошел впустую. Да, мы с Ватсоном только и делали, что были свидетелями событий, которые происходили сами собой. Нет, письмо на месте. Да, инженер Хедерли сам обнаружил своих фальшивых монетчиков на страницах Sunday Times. Да, времена меняются, и нам с доктором Ватсоном не удается тряхнуть стариной. Да. Нет, уезжаю в деревню. Я заеду к тебе, чтобы взять насос для масла и фильтры для моего соседа в Суссексе.